В округе ужесточат ответственность за возврат детей из приемных семей. Согласно законопроекту, такие семьи будут обязаны вернуть средства, которые они получили в качестве мер социальной поддержки. Это субсидии на приобретение жилья, транспорта, мебели и на оплату текущего ремонта жилого помещения. Соответствующие изменения в закон округа обсудили на заседании администрации региона. Кроме того, законопроектом расширяется список усыновленных детей, имеющих право на получение единовременной выплаты в размере 500 тысяч рублей. В настоящей редакции закона такое право имеют лишь дети, которые живут на территории Ненецкого округа. Также предлагается увеличить срок предоставления ежемесячных денежных выплат подопечным приемных семей, которые достигли 18 лет и при этом учатся. Проект закона предусматривает продолжение выплаты пособия до июля года, в котором заканчивается обучение. Таким образом, администрация округа планирует поддерживать детей-сирот до поступления в высшие учебные заведения.